Чтобы стать счастливым, многого не нужно. Иногда достаточно просто выходных. Я, Юлия Север, подскажу, как же провести эти выходные. Вы смотрите афишу. Юных зрителей приглашает актеры театра «Кукол». Спектакль «Золотой цыпленок» понравится маленьким зрителям с 3 лет. Парочка злодеев, лиса и волк, украли курочку Рябу, чтобы она снесла им золотое яйцо. Но растяпа волк потерял свою добычу, и пришлось ему самому высиживать яйцо, из которого потом вылупился милый озорной цыпленок. Чем же закончится эта история, сможете узнать 25 апреля в театре «Кукол». Трагикомедию «Герострат» смогут увидеть зрители театра «Самарская площадь» в субботу. В роковую ночь 356 года жители Эфеса, базарный торговец по имени Герострат, сжег храм Артемиды. Его дело передано суду. Все жители города одержимы решимостью покарать злодея. Однако постепенно их решимость куда-то улетучивается. На сцене разворачивается жестокая борьба темной стороны человечества с богами и законом. В воскресенье на сцене театра имени Горького трагикомедия «Варвары». Это захватывающая история любовного многоугольника и непростых человеческих отношений с их бесконечными конфликтами отцов и детей, мужей и жен, людей естественных и цивилизованных. Многочисленные герои спектакля влюбляются, искренне верят, обманывают и ненавидят, предаются страсти и просто предают. Загляните в театр имени Горького. Искренне верю, что наша афиша поможет сделать ваши выходные яркими. Всего вам доброго. До свидания.